В Чувашии вынесли приговор торговцам людьми. Гражданин Ливана и его знакомые из Новочебоксарска признаны виновными в торговле людьми. Приговор вступил. Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Чувашии установил, что летом 2009 года гражданин Ливана предложил двум местным жительницам в возрасте 21 года и 26 лет помощь в трудоустройстве на территории Ливана в качестве официантки и танцовщицы. Затем девушки отправились в Арабскую республику. В аэропорту их встретил представитель ночного клуба, где им предстояло работать. Он поселил их в местной гостинице и трудоустроил в развлекательное заведение в качестве танцовщиц. Через несколько дней туда же прибыл Руфаэль. Под предлогом оформления временной регистрации у девушек были изъяты заграничные паспорта. В последующем им было объявлено о том, что они будут бесплатно оказывать услуги сексуального характера местным жителям. Поскольку у россиянок не было денежных средств и документов, удостоверяющих их личность, 26-летняя девушка была вынуждена заниматься проституцией в течение нескольких недель бесплатно. Вторая девушка на свой страх и риск отказалась выполнять эти условия. В середине октября 2009 года им обеим удалось тайно под предлогом выхода в магазин скрыться из гостиницы, где они проживали, и через несколько дней обратиться за помощью в посольство Российской Федерации в Ливанской Республике, которое оказало им содействие в возвращении на родину. Приговором суда ливанцу назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Его сообщнице 3 года условно с испытательным сроком на 2 года. Надо отметить, что преступление удалось раскрыть благодаря взаимодействию следователей Следственного комитета с управления ФСБ по Чувашии.